Замечательная идея, да, сейчас провести такой конкурс «Звезда ВКонтакте». Кстати, кто зарегистрирован там, можете найти эту, вот, эту страницу. И теперь дальше. Я там пел две песни, и я вот одну сейчас напою. Я обязательно вернусь к тебе, но только во сне, да. Обязательно вернусь к тебе, но только во сне я. Вижу сны цветные, где мы с тобой другие. Я обязательно вернусь к тебе, но я только... буду ждать. Круто. Вернусь. Здорово. А душ... Учитывая то, что, конечно, Пятый канал соучредитель этого конкурса «Звезда ВКонтакте» нынешнего, мы, конечно, будем участвовать вне конкурса, но мы тоже выставим свою песню. А, причем у меня уже написана одна мелодия. Мы нам осталось только теперь... Я? Вы дуэтом будете петь? Нет, нет. Да нет, он по танцу будет. Вот смотрите, нам нужен бас-гитарист, нам нужен ударник, перкуссия, да? Нам нужен автор слов, потому что есть только мелодия. И эту песню мы сейчас закачаем на, значит, vk.com, ну, vkontakte.com/утро5. Так называется наш сайт. Именно там вы можете найти эту песню. Присоединяйтесь к нам, мы тоже будем рвать. Не песню, именно мелодию, наверное. Мы сейчас, набираем, да. Мы сейчас набираем группу, я так понимаю. Да, мы набираем группу. Друзья, мы набираем все, группу, все сюда. Фантастика. Мы вне конкурса, мы, конечно, не будем претендовать на победу, но мы соберем свою группу. Ну, конечно, будем претендовать на победу.